Ну, а в нашей республике живут много людей, которые имеют очень интересные и необычные хобби. Якутяне не только шьют, рисуют, но также занимаются коллекционированием раритетных вещей. Наша коллега Евгения Андросова встречалась с почетным филателистом России, кстати, единственным в нашей республике. Об этом смотрите далее. Сергей Кочеводов собирает монеты, конверты и марки с 1975 года. За это время он накопил столько, что сбился со счета. В прошедшей всероссийской акции «Библия ночь» он выставит свои материалы на тему Арктики. Но это только малая часть коллекции. По их приглашению демонстрировал на международном арктическом форуме в Архангельске. Значит, вот как раз мой официальный, так сказать, бейдж. Там было, так сказать, очень хорошо принято. До этого я демонстрировал, но тоже немножко в усеченном виде, потому что тогда она еще пару лет назад была немножко меньше, на международном форуме путешественников, на международном форуме Берингия. Вот, и везде, значит, она была очень хорошо принята. Всероссийской и республиканской получала золотые и серебряные медали. Вернее, дипломы в ранге золотых и серебряных медалей. Сергей Петрович – единственный в Якутии почетный филателист России, о чем свидетельствует значок. Все свои экспонаты наш герой бережно хранит в файловых папках. Конверты ярко рассказывают нам, можно сказать, всю историю Арктики. Семен Дежнев. Значит, его портрет и тот самый коч, на котором ходил Семен Дежнев между Азией и Америкой. Первая женщина в Арктике, Жданко ее фамилия, она была врачом в экспедиции. Значит, а этот конверт – это открытие архипелага Северная Земля, который открыл Вилькицкий, вот он здесь показан, и карта этого архипелага. Каждый конверт имеет свою историю, которую Сергей Кочеводов с удовольствием рассказывает. В следующих выпусках ждите сюжеты об отдельных конвертах.